Детонатор. Живлення. Є картинка. Готовий. Все, я полетів. Просто я смотрела множество фильмов российских, где немцев как бы выставляли, ну, в нехорошем свете, и уже, ну, там нехорошие действия очень производились. То есть концлагеря, насилие максимальное, какое можно. То есть россиян, их Советский Союз, вот это все их пытали. В газовых камерах их убивали. Много, множество фильмов, тысячи, миллионы фильмов. Ну так после этой войны точно так же будет большое количество фильмов уже про вас, где вас будут показывать граждан страны, которая убивает, разрушает, насилует и так далее. Ну, вас будут показывать. Я думаю, что такого не будет, потому что Россия большая страна, максимально большая. И... А, раз большая страна, то фильмов тогда не будет про большую страну. Очень много очень патриотов. Логично. Очень много патриотов. Понимаете, очень много людей, которые голосуют за Путина. Его любят, обожают, превозносят. Просто до безумия любят. И поэтому мне кажется, то, что в осуждение Путина, президента, очень мало кто может пойти из-за россиян. Если будут какие-нибудь такие фильмы до России, они не дойдут. А, они не дойдут до России. Ну, понятно, понятно. Да. Мы это говорим как Путин будет вечный, и фильмов про вас, а про вашу агрессию не будет. Чтобы та же самая Германия, Гитлер показывалась в каком-то хорошем свете. Вот, простите, вы где-нибудь видели фильмы? Фильмы, где Россия проиграла? Хоть раз. Конечно же. А Афганистан? Война в Афганистане. Их вывели оттуда насильно. А, их вывели насильно, и Россия не проиграла. Ну, очень логично. Россия вывела свои... Российская империя проиграла Японии в 905 году. Ничего не слышали, нет? Вы же говорите, Россия не проиграла. Я вам привожу пример, война 905 года. Потеря территорий. Что? Кто с кем воевал? В 905-м или когда в этом случае? Российская империя воевала с императорской Японией. А, вы просто ничего не знаете. Нет, подождите. Вы просто должны понять, то, что мы, простые люди, никак не влияем на политику. Да я уже понял. Вы просто сказали, когда эта Россия проиграла. Я говорю, в 905 году, в 917 году. Мы проигрывали Японии. Это я точно знаю. То, что мы проигрывали в какой-то войне. Я не особо увлекаюсь. Ну вот видите. Я знаю, что поэтому, если подумать, оказывается, что Российская империя вполне проигрывала войны. Это вообще ни одного фильма я не видела про то, что мы проиграли. Угу. Нигде. Все, то, что мы выиграли. Немецкую вот эту вот, мы победили, это вообще... Ну я же говорю, пропаганда, как у Геббельса когда-то тоже такое было, ничего. Ну, на самом деле, я считаю, то, что все должны жить дружно, и то, что воюют политики... Не политики, это простые люди воюют. Не политики нажимают кнопки пуска ракет, залпов, пушек. Ну, не знаю. Ну, вот видите, вы не знаете. Мы никак не влияем на эту ситуацию. То есть мы поддерживаем мир во всем мире. Мы не собираемся... Я вижу, что вы очень поддерживаете. Знаете, я их люблю. Я люблю украинские передачи. Правда, я их смотрю на языке. Я знаю язык наполовину так. То есть я против ничего не имею. Просто люди ссорятся, и из-за этого, ну, уже как бы стереотипное мнение возникает. Но я против лично ничего не имею. Ну еще бы, еще бы, ведь это же не мы напали на вас, а вы на нас. Мы же люди обычные, не виноваты в этом, мы ничего не сделали. Мы даже не знали. Правильно, вы ничего не сделали, чтобы ваше государство
А так получилось, что другие люди, другие государства почему-то не напали на нас, а именно ваше государство на нас напало. В хорошем свете. В хорошем свете. Ну, замечательно. Ни один, ни Путин, ни ваш Зеленский не скажет, что вот мы виноваты, мы напали. Никогда такого не будет. Ну, Зеленский же не напал на Российскую Федерацию. Не отдал же приказ. Ему же не пришло такое в голову. Благодаря нам. Ну ладно, играйтесь дальше с кошкой. Я понял. Играйтесь дальше с кошкой. Почему из 10 людей 8 это американцы? Почему? Это американцы, которые прислали на Украину воевать. Почему? Вы бредите? Вы это сможете мне объяснить? Нет. Ну, бред я не могу объяснять. Конечно, бред. Ну, естественно. Для вас все бред. Ну, если это не соответствует действительности, ну, это разрыв того, что вы говорите, и действительности. Конечно. Ну, вы об этом же, конечно же, узнали. Откуда? Откуда вы узнали про американцев? Я узнал от своего дяди. От своего дяди. Каким образом вы проверяли эту информацию? Потому что... близкий человек, он никогда не станет врать. Я понял. Если дядя, он врать не станет, поэтому можно слепо верить всему, чему угодно. Плоскую землю, американцы не были на Луне, вечный двигатель. Ну, вот так это и работает. А какие-то факты ваш дядя приводил? Ну, кроме слов о том, что... Но вы мне можете доказать обратное, раз вы... Нет, не могу, потому что это совершенно бесполезно. Каким образом я вам докажу? Ну, как свидетель, это бред, конечно, сивой кобылы про американцев. Вы можете считать что угодно. Так я не считаю, я это вижу. Видите, конечно. Ну, вы, вам это кто-то сказал, а я это вижу своими глазами. Ну, смотрите, вам же по факту, вы видите ситуацию своими глазами, но вам же это тоже кто-то показал, так как ему угодно. Если я очевидец этих событий, то мне никто не может это показать, как это ему удобно. Как вы относитесь? Вы знаете то, что Навальный умер? Навальный Алексей, как вы к этому относитесь? Ну как, путинский режим совершенно преступный. Убил Алексея Навального в тюрьме. Сначала его посадили по совершенно безумному надуманному предлогу, а потом его просто убили в тюрьме. Навальный, он выступал против России, его в тюрьме убили, действительно. Его за это посадили, и в тюрьме его все, грохнули. Его за это посадили, за то, что он выступал против России? Естественно. Я не осведомлена. Я не хочу выступать никак. Это дурак, мало того, что против Путина тут собирал, блядь, такие толпы нахуй. Так Путина. Еще и в России, блядь, стоял на против Путина хоть голос. 1000 собери, все 1000 сядут. Хоть 2000. Это и так понятно. Все голосуют за Путина просто потому, что иначе им пиздец. Ну, если объективно. Я никак не осуждаю. Ну, он добился своего... Владимир Владимирович, он добился своего, правда. Он вырывал себе этот путь своими руками. И против него, даже если хочешь, ничего не скажешь. Ну вот видите, а Навальный пытался сказать. Сначала Навального отравили. Потом он оказался в Германии, его отпустили лечиться. Потом они сделали фильм-расследование, кто его отравил. И как это отравление произошло. При помощи боевого отравляющего вещества «Новичок». Было видео про дворец Путина, но потом эти видео опровергали. То есть медийные личности говорили, то, что такого нет. У Путина очень приличный, спокойный дом. Обычный, самый, как у любого человека. Естественно, нет, но дворец, поверила, но... дворец он является какого-то миллионера. Он вообще сейчас не в России, а где-то там. Это... дворец миллионеров. Это не Путина дворец. Думаешь, Путин живет в трешке? Да хуй там.
У Путина, блядь, в Москве, в Питере, нахуй, где только нет офисов, блядь, однотипных, чтобы его не палили. Но Путин — это президент уже сколько лет, блин. Это логично, потому что он не в квартире, не в трошке живет. Просто подчиненные Путину средства массовой информации сделали видео о том, что, так сказать, что Навальный все врет. Ну, как-то честно, так. Честно, я, может, за Навального, но я боюсь эти факты принимать. Потому что есть Владимир Владимирович. Ну, как бы, у него, у Владимира Владимировича Путина, у него хорошая внешняя политика, но внутренняя у него очень плохая политика. Он выстраивает вооруженные силы. У него внешняя политика хорошая. У него именно армия, он армию создает. Ну, как в советские времена, то есть по этому... когда этот, блядь, и Крым, и все подарил, нахуй, синий, блядь, ага. А Путин это просто возвращает обратно. Ну, я говорю, у Путина внешняя политика отличная, а внутренняя, там вообще ужас. Как интересно, а что хорошего у Путина во внешней политике? Ну, выстраивание отношений у него хорошее с другими государствами, например. Он хорошо со всеми общается, его все уважают, в принципе. Он хорошо со можно всеми контактирует. Можно просто сказать, у нас китайцы, они союзники. У нас россиян процентов, наверное, осталось 30. Остальное все Киргизия, Дагестан, Азербайджан и все остальные. У нас все есть. Я имею в виду то, что даже взять автопром. Германия ушла, китайцы подключились, все, нам эти BMW, Mercedes нахуй не нужны. Угу. Да, очень умно, очень хорошо. Замечательная внешняя политика. И армию построил. Хотели, правда, за 3 дня до Киева, но не получилось. Просто если думать логически... Это я сейчас говорю не свои слова, а слова своих родителей, уже взрослых, им далеко за 50. И они говорят, что Путин в любом случае будет в выигрыше. В любом случае он всех перегнет под себя, и все. То есть это мнение родителей, которым уже давно за 50. Убив чрезвычайно большое количество людей в России. Ему все равно. Ему все равно. Как это замечательно. Ну, а что мы можем сделать? Ну, понятно. Ну, замечательная же внешняя политика, когда идет уничтожение россиян. Ну, конечно, не замечательно. Ну, вы же сказали, что замечательная. Если судить по именно государственному методу, по государственному общению, по внешнему, по высшему, то, наверное, да, все-таки. По высшему общению, как вы говорите, убийство россиян, показывание того, что, на что способна армия российская. А кто вслух это скажет? Кто осмелится это сказать вслух? Ну, все говорят. Ну, только не у вас в России. Ну, это не в России, а в России кто вслух это может сказать? Так и в гитлеровской Германии когда-то боялись Гитлера. Вы понимаете, на кого вы похожи? Ну, понимаете, это немного не так работает. Это так работает. Выступишь против, тебя посадят. Так я же говорю, в гитлеровской Германии те, кто выступали против Гитлера, они тоже боялись, простые немцы боялись гитлеровского режима. Вы понимаете, где вы оказались? Ну, не совсем все ожесточенно, конечно. У нас сейчас свободы намного больше, потому что поменялись времена. То есть поменялось максимально время, но принцип один и тот же по факту. Как с гитлеровской Германией. Какие же свободы, когда человек с листочком бумаги, что он за мир, и его милиция хватает и винтит. Ну, можно вот подметить один момент? Можно? Ну, я слушаю вас. У вас очень красивые глаза, я на них смотрю, правда, очень красивые. Ну, очень логично, да. Нет, правда, я это не в тему, просто очень у вас красивые, симпатичные глаза, на которые прям засматриваешься. Ну, тут мне как бы уже сказать не нечего. Ну, я пойду уже спать. С точки зрения